Внутригородские районы активно готовятся к новому сезону благоустройства дворов по программе «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда». В 2023 году в областном центре по нацпроекту обновили 51 двор. В новом году благоустроят 47 дворовых пространств. Администрации Железнодорожного и Советского внутригородских районов Самары в настоящее время участвуют в электронном аукционе по выбору подрядных организаций, с которыми будет заключен контракт на благоустройство дворов. Жители Самары определяют приоритеты в благоустройстве дворов. Горожане выбирают, где будут располагаться парковочные карманы, места для отдыха, детские и спортивные объекты, сообщает телеграм-канал «Вести с Дворянской». В администрации Ленинского района провели совещание с руководством управляющих компаний и представителями микрорайонов. В каждой компании района составлен график дежурств и закреплены ответственные на выходные дни. В особом фокусе обеспечение антитеррористической безопасности и контроль за общественным порядком, сообщает телеграм-канал Ленинского района. В преддверии Нового года Департамент опеки, попечительства и социальной поддержки организовали автобусную экскурсию «Новогодняя Самара» для детей-инвалидов. Дети увидели красоту праздничной Самары, яркие огни елок, украшенные улицы и почувствовали праздничную атмосферу приближения Нового года и Рождества. Новое мобильное приложение ГИС ЖКХ госуслуги.дом, которое поможет собственникам квартир решать все вопросы ЖКХ через смартфон, для работы потребуется учетная запись госуслуг. В приложении работает специальный раздел, который поможет лучше разобраться в теме ЖКХ, напоминает телеграм-канал промышленного района.